10 seconds remaining. 5 seconds remaining. New bees turn to ban. Ну что ж, вторая Best of 1 серия на сегодня стартует крайне быстро, и Anubis, Paris Saint-Germain, LGD встречаются здесь. Посмотрим, что это нам принесет, потому что пока что мы наблюдаем хороший старт от LGD, и они первую карту за сегодня уже выиграли. Ну, Ньюби тоже идут с хорошим, в принципе, пока что стартом. Не знаю, как они отыграли против Aster, пока еще результатов на Liquid Pay... А, прошу прощения, они не против Aster, они еще не играли. Это первая карта у них на сегодня, так что посмотрим, закончится она для них победой или поражением, но противник у них крайне серьезный. И с вами по-прежнему Джем и Эрител, и мы будем смотреть на пикабан стадию уже этой карты. Да, вчера Ньюби играли с РНЖ, как раз таки у меня в последнем матче, и стоит отметить, что они буквально отдали победу РНЖ, которая была у них в руках, потому что, ну, иначе это никак не назвать, потому что они всю игру лидировали, все было под их контролем, но буквально на драка на Рошане, и Ньюби довольно сильно там нафидели и проиграли по итогу. Ну, а в целом так у них довольно тоже продуктивный был вчера день, они, по-моему, две игры выиграли да. как раз-таки, одну только проиграли, да, пока что не 2-1. Статистика, ну и мы видим, что уже интересно начинается. По мете играет Ньюби, забирает дровку на первый пик. Дальше Фурион и Омнинайт. Да, Омника периодически стали брать и ценить его новые способности, в том числе и статус резистент, который дается его уже новым репеллом, который называется Heavenly Grace. И по мнению Ярослава Энесса Кузнецова, эта механика вообще должна уйти из игры, потому что она больная. Цитата заканчивается на этом моменте. Почему? Объяснять не будем, конечно. Просто больная, все. Ну, действительно, это на самом деле выглядит очень хорошо, особенно если сочетать этот Heavenly Grace с каким-то силачом, потому что помимо того, что дает статус резистенс, дает еще силы, и какой-то кор силач на мид здесь вполне возможен. Еще там тот же Кунка, против которого играли сейчас Paris Saint-Germain LGD, что-то такого плана может появиться на мид. Ну, не исключено, но также отмечу, что многие дроу-рейнджеры любят собирать сатаник, который также дает дополнительный статус резистанс. Да, Саша Яша плюс сатаник — это супер такая комбания. Не помню, чтобы там на Траксу прям собирали Сашу Яшу в последнее время. Ну, Сашу Яши нет, сатаник точно периодически появляется, так что даже игнорируя блокинг бар в очередной раз... Но здесь такое. Есть в этом смысл, потому что есть как минимум два уже ультимейта от Paris Saint-Germain, которые игнорируют БКБ. Это и Лассо, и Дум. И это может помешать, конечно. Так что посмотрим, как это будет складываться. Как будут Paris Saint-Germain LGD дальше строить свои драфты. Потому что пока видим то, что тот же Дум, который был... О, Шейкер! Ну, это дополнительная фиксация, да. То есть плюс вариант на инициацию. Почему нет? Шейкер хорош. Да, его полюбили. Шейкер действительно хорош. Сразу же отвечают у нас LGD Нагой Сиреной. Вот так вот. Ну, Нага, так-то вот про нее забывают периодически, но каждый раз, когда она входит в мету, все начинают говорить о том, какой же ужас играть против ее сна. То, что он руинит все, руинит позиции, руинит вообще любые драки, если еще получается так, то, что Нага прожимает этот сон до того, как кто-то успеет прожать БКБ, что зачастую и бывает, то совсем уже становится больно и обидно за упущенное время. И здесь Нага тоже, я думаю, очевидно будет для Ами на первую позицию, и остается кто-то на мид для LGD. Ну, last pick опять же за Ньюби. Поэтому сейчас мы будем наблюдать, что после банов LGD возьмут сразу на эту мид-линию. Но так у них много, в принципе, имеется такого капающего магического урона. И Джакир, и Бэтрайдер, и Дума что-то может привнести. И, возможно, стоит какой-то бёрст-дэмэдж ждать, а может попробовать взять какого-то сами-кэри на мид. Потому что Дум, не сказать, что сильно жадный, он много денег собирает за счет своего деваура. И пофармить, в принципе, может дать кому-то и другому. Квапу забанили, то есть все-таки смотрит Ньюби на то, что здесь будет браться именно прокастер. Ну, вообще неплохо смотрелся бы. В принципе, есть уже боец в виде Наги Сирены. А вот именно прокаст какого-то не хватало, как по мне, команде LGD. Ну, убрать условную Лину, наверное, будет слишком опасно. Слишком тонко, зафокусить ее здесь легко. Посмотрим, что они возьмут. Шторм Спирита сами убрали LGD. Да, но Шторм, конечно, по дороге дровки там не щадит никого здесь, я согласен. Вчера мы видели уже это не раз, как это работает. Вариантов, опять же, для Ньюби много. Можно всегда забрать себе темпларку какую-нибудь, тоже неплохо работает. Вместе с аурой дровки, что еще из таких вариантов есть?
Ну да, хотелось бы что-то рейнджевое, пока потому что из рейнджа есть только Фурион, который будет, очевидно, на пятой позиции, и ему будет не до этого. Не до этого дэмэджа. Хотя, с учетом того, что у него покупается, как правило, на первый бай еще Блайтстоун, то это будет очень серьезно выглядеть. Для того, чтобы просто харасить противника на линии. Я думаю, что LGD сейчас себе ласпиком будут забирать. Нет, прям ну, интересно. Вот хотелось бы про кастера, появится. Но что-то вариантов мало остается. И появляется снайпер. Все-таки, да, это кэрри оказался. То есть другой вариант, который мы с тобой обсуждали. И снайпер, знаешь, я в последнее время стала частенько видеть на этих квалах. Да. Да, вчера тоже был. По-моему, один раз, но был. Был хорош. В миде стоял, перестоял, просто перединайл, переласхитил, и потом был крайне полезен для команды. Да и добираться до него было сложно, объективно. Но здесь, правда, у Ньюби есть чем добираться. Тут Эфирион может прилететь, Шейкер ворваться с блинка, поэтому... Думаю, нужно будет приобретать какую-нибудь пику по-любому снайперу. Так, ну и чем Ньюби будет отвечать прямо сейчас? Все-таки будет ли рейнджевичок какой-нибудь, либо действительно будут забирать себе какую-нибудь... Ну, рейнджевичка уже хотелось бы, потому что снайпер, во-первых, уже будет мешать очень сильно милишнику. На самом деле, вот ставят его на мид, и он очень неприятно там смотрится, очень. Даже вот несмотря на то, что переработан его тейк-эйм, который уже не так хорош, можно так сказать, как раньше. Хотя вот как посмотреть, в зависимости от стадии игры. И берется лишь рак, который снайперу может доставить проблемы, если снайпер будет неаккуратен. Да, тем более S3C будет играть на этом персонаже. Да. Да, это его один из сигнатурнейших. Все верно. Ну, интересно. Но правда, единственное, что, опять же, танковатый персонаж. Если там как-то загуляешь, не доконтролишь, то снайпер тебя развалит. Ну, есть Умнинайт, который поможет в случае чего. На линии, да, будут какие-то, возможно, проблемы. Посмотрим, через что будет качаться снайпер. Через тейк-эйм и хедшот или через хедшот и шрапнель. Оба варианта здесь, в принципе, будут неплохо смотреться. Посмотрим, что конкретно он изберет. Ну, и Омник здесь, конечно, будет очень нужен. Под сейва нужно максимум. Думаю, он будет собирать поварапы на команду как раз-таки. И вот условное, я думаю, пайпа и... Грейвсы здесь просто необходимы, с учетом того, что здесь есть. И Дроу Рейнджер, возможно, стоит подумать о том, чтобы уже пользоваться услугами Умнинайта. Я не знаю, Саша Яша, я тоже по-прежнему не думаю, что здесь будет какой-то особенный вариант. Я, скорее всего, будет больше поможет. Пару врейсбендов, да. Пика, Драгонлэнс, ПТ, потом Сатаник, либо Бабочка, что-то такое. Вот как-то так типичная сборка, в принципе, нет смысла отклоняться. Так, ну а перед тем, как мы начнем, я скажу следующее. Горячая штучка, чебупица, кругицы, бульмени и чебупели для тех, кто любит погорячее. Я еще не завтракал, это было жестоко. Простите тогда. Доброе утро всем, кстати, да, кто просыпается вместе с нами. Время у меня вот 7:30 по московскому. Самое время для работяг вставать, просыпаться и смотреть на вот эти игры. И мы, как тоже истинные работяги, здесь с самого утра раннего с первыми птицами проснулись. Хотя на самом деле вот соловьи просыпаются где-то в 3 утра и уже мешают засыпать, я тебе скажу, очень сильно. Ну, мне повезло, у меня нет соловьев рядом с домом, похоже. Везет, они те еще. Нормально. Плохие птицы. Ну что, а тут видим то, что расставляет первого варда. Опять же, уже поставил на опережение что-то. Шейкер на мид. И, возможно... Ага, тут интересно то, что поставил очень глубоко вард Doom. Видимо, на случай каких-то гангов, которые может потенциально совершать шейкер. Но он с этой линии вряд ли будет выходить. Ну, не знаю. Почему нет? Перетяжка, ну, возможно, вполне реально. Как-то вот... Ну, обычно так и бывает. Он тебе заходит в спину, кладет фиссуру, которая тебе, вот, как правило, перекрывает путь на хайграунд, если ты спустился с лесенки. Ну, в целом, да, я так подумала, что-то, как-то у меня... Обычно так и работает. Брейнлаг случился. Да, и плюс обычно варды ставят не на хайграунде, а чуть ниже, и поэтому его еще тяжелее будет задетектить как-то. Здесь очень далеко просматривается эта позиция, так что его будет видно совсем. Уже изначально. Но пока видим то, что опять по две рунки будут, видимо, пытаться забирать с каждой стороны команды. И пошли воевать Ньюби за руну, которую... Амы байтит, как батенька. Там он иллюзии шел рядом с настоящей нагой. Вот. Он заденайл руну, что ли? Его даже, да, не пытались бить. Он действительно заденайл руну. Ох, красавчик-то, а? Ни себе, ни другим. Ну а зачем другим-то отдавать, правильно? Ну, правильно. Все верно делать. Не. Благотворительность. Я понял, что в нашей жизни надо быть эгоистом. В какой-то мере, так что нормально. Он не эгоист, на команду работает.
Так, и видим снайпер хедшот первым качал, но тут ничего такого особенного. Просто очень интересно за снайпером наблюдать, потому что, ну, не самый такой привычный герой для просцены в последнее время. Начали вот только на этих квалах я замечать его абсолютно в каждом регионе появление. И видим то, что дровка все-таки пошла на свап-линиями и стоит в харде вместе с Фенриром. Ну, в то время как на легкой линии пока что остается в соло стоять Умнинайт. Но... Снайперу больно в миде. Вот как раз-таки выход от Шейкера. Это будет первая кровь. Мэйби погибает. С триплсы забирает фраг. Довольно быстро. Быстрее, чем я ожидал. Объективно говоря. Я думал, что это будет чуть позже. Ну, таких казусов теперь уже случаться должно поменьше. Понаглел, насколько я видел, немного снайпер пошел не на тот, наверное, момент по позиции, куда стоило бы идти в его ситуации, и это его погубило. Но это даже плюс больше для STPLC в его копилку, то, что он так хорошо крипов отвел на свою половину хайграунда. И тут Нову, кажется, будут подбивать. Да, Икс снова. Хотят фраг оставить Джаджа, я так понимаю, но все-таки нет, забирает Финрир. Но я бы на том месте прочитала я-я. Джа-джа. Не знаю, мне кажется, джа-джа, правильно. Нет? Трудно сказать. Можно спросить у него, в принципе. Вообще, да. Но вроде бы джа-джа, ладно. Просто когда говоришь я-я, там потом другой надо добавлять. Да-да, так что это немножко не для эфира. Не для нашего, по крайней мере. Видим то, что... Что ты имеешь против немецкого языка? Нет, ничего не имею против. Ну вот все, не надо тут. Видим то, что пока Ами стоит, хорошо крипов добивает, ему особо не мешает дровка, но сама дровка тоже прекрасно стоит, и это для нее большой плюс. Вот челюсть немного по крипам на фоне Омника подостал, но это мелочи жизни, он еще свое нагонит. Второй рейнджер начинает задувать, тут так-то трипла, поэтому должны они мешать пытаться. Инферно Блейд пошел, клепчик пошел, очень много урона, горит. И погибает здесь товарищ второй рейнджер. Да, вот это неприятный фраг, когда вот так вот дровку в наглую забирают без каких-либо проблем. Да, вот просто буквально особо ничего не потратив, просто набегают и забирают. Отлично сыграно, но и еще становится 2-1. Так, внизу у нас что там происходит? Борьба за крипов, но в принципе тут Эйвен особо-то никто не напряжет никак. Он, Бэтрайдер, конечно, пытается всеми силами, но... Это тот персонаж, который не привык напрягаться, вот так скажем. Что старая версия его очень спокойно могла и против триплы в соло стоять, что сейчас, видим, он спокойно себя ощущает, находясь на линии с Бэтрайдером одним. И свое выносить должен, и я думаю, что даже по итогу лейнинг-стадии он может оказаться топ-фармом на карте с таким вот стартом. Но вообще не волнует, на линии Бэтрайдер, не на линии, за тавером, что происходит. Ой, а тут были бы проблемы у снайпера, они действительно есть, он был замедлен, но стан с триплс не успел вкастовать под снайпера, и в итоге он все-таки выходит отсюда живой и здоровый. Но все-таки сказывается недостаток вижена, и с неожиданной стороны приходит Шейкер, не обходя длинными путями, а просто вот как раз напрямую и прикладывая такую фиссурку. Так, ну что по итогу по ласхиту? Пока абсолютный ласхит, конечно, Умнинайт. Второй по ласхиту у нас Нага Сирена идет. Потому что Ама тут, конечно, на линии абсолютно спокойно стоит. Никто его не напрягает. Забрали они еще и дровку. У дровки пока не все хорошо. По фарму, поэтому... Как-то так. Ладно, Умнинайт оставили в итоге в покое. Один против крипов. Бэтрайдер решил больше тут не сопротивляться, сам улетел. Да, он поконтролить. Да, он в лесу находится, поконтролить рунку отошел, посмотреть, но она оказалась не там, сколько поняла. В принципе, да. Бэтрайдер тоже неплохо ласхитит за счет вот стаков лес сейчас пофармит, за счет там того, что на линии что-то еще подхоботит себе маленечко, так что у него здесь тоже все хорошо. Правда, вот по левелу он уже подпросел. Там уже почти 6-й левел Умнинайта, и он понимает, что здесь бояться ему вообще нечего. А вот выходит в инвизи, теперь уже Шейкер, и будет терпеливо ждать, пока не ошибется снайпер, но тут трудно будет ошибиться, потому что крипы подходят к нему под тавер, и он да, пока... Да, летит прием, втроем будет забирать. Да, даже за тавер. Опять же, всегда приятная опция с Фурионом. В любой драке тут у тебя будет плюс один. Снайпер в итоге погибает. S3PLC также отправляется в таверну. Вейкси могут забрать. Еще буквально один удар. Вейкси тоже погибает. В итоге 2 в 1. Еще и Фенрира здесь разминает. FY набегает. Ну, забрать блейд, много... Клэп. На клэпмана нет уже, и стиков нет. Возможно, если бы было хотя бы там штучка 5.
этих замечательных зарядов, то что-нибудь получилось, но нет. А как итог, да, перетяжка от Уфая, персонаж хороший, разменять помог, даже деньги какие-то с этого поднял, в итоге снайпер не потерял, и экспы тоже там неплохо получил, ну, время даром не потерял, в общем. Но персонаж, который очень подсейвить вряд ли способен. И мы видим то, что действительно там он дрался, да, как лев FY, но в это время просто с райт-клика снайпера забирал Фурион. Ну и как итог, FY пока что постоял здесь еще, немного подъел крипов и будет уже, наверное, уходить, не мешать снайперу фармить и получать экспириенс. По экспе чуть-чуть впереди снайпер находится относительно лишарка, по крипам мы видим то, что на самом деле полный развал и снайпер сильно отстает. Это правда. Там уже почти 700 голды разница, поэтому это довольно существенно. Так, там в мид подтягивается FY. Что с ним? ФК такое ощущение, что встал просто. Ну ладно, все, вроде бы зашевелился. Признаки жизни показывают, самое главное. Шестой из-за того же умника. Я думал, возможно, залагал или там, может, дисконнектнул, как вариант. Ну ладно. Так, ну, дровка пока что смещается в лес пофармить, без шестого левела даже, учитывая, что линия довольно отпушена, в принципе, это грамотное решение, потому что, ну, на лайне под тавром вражеским стоять опасно. Появился шестой у Омника раньше, чем у мидеров, у него уже седьмой даже левел, очень хорошая линия, очень максимально приятная получается, и посмотрим, как он будет проявлять себя в игре, будет ли этот ранний левел как-то реализовываться, в какой момент качается ультимейт, потому что и на восьмом уровне можно, и на десятом даже, в зависимости от того, будет ли он вообще пытаться принимать участие в драках или нет. Проблема в том, что кроме него здесь драться-то никто особо не способен, Нага будет фармить вообще до скончания веков, снайперу тоже понадобится еще побольше времени, чтобы что-то сделать, или хотя бы просто ассасинейт, чтобы поучаствовать в драке, и ну, а остальные тут уж как получится, но они могут с дэмэджем оплошать. Ну, не считая Дума, конечно. Дума красавчик всегда. Посмотрим, как будет играть дальше. 3-3, довольно ровная игра. Единственное, что у Наги очень много. В плане фарма. Ама, конечно, здесь разгоняется плотно уже. А у него абсолютно спокойная линия, да. Плюс ПТ, да. Хорошие статы, жирные иллюзии достаточно уже внизу. Атака на Эйвена, 5 стаков, 6 стаков на Палма. Чилис, но там 13 стиков имеется, поэтому... Ой, СССС выходит на него втроем, хедшот прокнул, есть Инферно Блейд, Ассасинейт уже заряжен, но сбивает его фиссурой. И как итог, не получится добить снайпера этого персонажа, он добивает в размен этому Фенрира. Ну, тоже неплохо получилось, минус 2, чистая работа, ничего не потеряли. Кроме ХП на вообще стадии. Отлично получилось, как по мне, для LGD. Они забрали S3PLC. Опять же, у снайпера до этого было все не очень хорошо, он его догнал. То есть сейчас перегонит, скорее всего, по нетворсу, потому что он сидит S3PLC в таверне, а снайпер продолжает фармить. И плюс сверху еще забрали Фуриона, и уже 1000 голды ведут. И перетягивается вниз. Возможно, будет выход на Эйвена сейчас, потому что он тут далеко занаглел. Зашел, да, есть перетяжка от Джакира также. Ну, не догонит они его банально. Да, слишком он быстрый. Ну, как уже на троечку. Ничего не бояться. Вкачано Дигенаура, поэтому догнать его трудно будет. Бежит просто быстрее своих противников. И Челис даже занаглел, пошел, как-то ему в лицо выдал очередной purification. И как итог, вообще не боится этих двух персонажей. Абсолютно показывает свою невозмутимость. И, возможно, попьет Шрайн, потому что осталось маловато маны. И вместе с Вейкси как раз этим вопросом и занимается. И у Лишака пока появляются арканы на будущий залог FY. Медифай загулял немножко и должен погибать, да, погибает он, врывается сюда мейби, но уже немножко поздно. Ассасинейт, чуть-чуть не хватило, буквально там 15 хп осталось у Лишака. Очень на тоненького уходит S3PLC. Попил грамотно бутылку, в итоге остался цел. Ну, Шрайн наверху также еще активен, можно попить, но он решил просто пофармить на оставшуюся ману крипов в лесу и после этого пойти на базу, там захватив еще и стику как раз по пути. Ну и дальше Юл Септер будет. Юл будет позволять кастовать стан точно в цель без промахов, а это будет полезно, особенно в борьбе со всякими снайперами. У снайпера с фармом пока дела не очень идут, но разница не очень большая осталась теперь уже с мидером. Там не 700 золота, которые были, а всего лишь 400, и все. Проблема, в принципе, я думаю, в позднейшем решении найдет
какой-то. Так, там тревела появились уже тем временем для Бэтрайдера. Будет довольно быстрый парень у нас. И, возможно, драка будет. Тут все еще за варды. Борьба, Икс снова получает фиссуру, сам дает айспас. Там подцепили еще и Вая попутно. Икс снова заходит на хайграунд, пытается пробить дровку. Дровка пробивает Икс снова. Икс снова должен погибать. В это время Infernal Blade залетает по Дроу Рейджер. Перетягивает сюда Эйвена. И стан залетает от S3C. Погибает еще и Вай. Продолжает фидить LGD. Но здесь абсолютно такая ошибка, прям явно налицо со стороны команды LGD. Они зашли на хайграунд противника, у них было меньше вижена, у них было еще и такой вот момент, то, что они прям под шрайном дрались, который был активен. Ну да, может, они могли не знать того, что он активен, но то, что туда могут стянуться кто-то и, соответственно, задефать, помочь дровку или кого-либо еще, это вполне очевидно. И видим то, что как раз оказалась здесь перетяжка Атомника, который просто взял, дал purification и спас дровке жизни. И это так, ладно. Но, опять же, не критично все для LGD, они там немножко подфидели, но преимущество все еще небольшое, но на их стороне. Самое главное для них, что продолжает фармить Нага Сирена, обрастает артефактами, там, я так понимаю, Яша уже летит, да, наверное, в курьере готовая. Да, будет Манта Стайл, Диффуза, скорее всего, как обычно это бывает. На Нагу я не видела вариаций особых по билду, все примерно одно и то же собирали. Статы, статы, еще раз статы, один из тех персонажей, которому в первую очередь это необходимо. Чем жирнее иллюзии, тем лучше, все правильно. Как правило, так и собирается. Чем жирнее женщина, тем лучше. Ну что, а пока смотрим, наверное, на то, как будет эта Нага развиваться, потому что пока я заметила, что она своего рода стала альтернативой террору, которого, если оставить минут на 20 в покое, то он выйдет и сломает всем лица. И здесь тоже такая тенденция может просмотреться. Это правда. Ну что, забрали ты один внизу. LGD продолжает толкать линию дальше. В это время на топе также сплитпушит у нас S3C от Ньюби. Неподалеку в лесу находится также Omni-Knight. У него там барабаны также уже имеются. 1100 на руках. Сюда пришел Чилис. Чилис, как я и говорил, с траволами. Пока что без блинка. И без барабанов. Не может выгнать из собственного леса Омника. Как хозяин вообще здесь находится. И фармит крипов. Вот. Динает в это время руну регенерации в миди. Maybe. Не отдает противнику. Ну а Фенрир пока что один отпушивает нижнюю линию. Тут весь лес оккупировали LGD чужой. Тут и Фай, тут Ама на линию выходит. Пока что Икснова также подпушить. Ну и еще может поплеваться в тауэр Икснова и немного его подамажить. Но забрать, конечно, пока его еще никто не заберет. Со стороны снайпера появляется Мом. Ну, тоже, как обычно, в принципе, собирается. Этот Мом, он появляется вне зависимости от других обстоятельств. Там дальше пика, может, даже лотар будет. Посмотрим, как будут действовать. Но вот Мом, он действительно появляется всегда. Да, пика будет следующим предметом по плану у снайпера. Вкачал себе 10 уровень и взял перезарядку способностей на минус. Ну, тут слишком много вариантов для врыва на снайпера. Я еще говорил на стадии пика бану, что пика будет крайне необходимой здесь, чтобы просто жить. Ну и быть помобильней. Так, ладно, что там у Амы? У Амы, да, все верно. Дальше будут сразу же диффуза после покупки Яши. Потом, возможно, будет сразу Манта Стайл апаться. В принципе, ничего новенького не видим. Блинкдаггер, но подходит также для Вейкса. Да, диффуза. Вот. Будут более типичный вариант как раз-таки. Либо сразу раш диффуза, либо собирать сначала Яшу, а потом выходить в Diffusion Blade. Все-таки он больше даст возможности для ранней драки, ну как относительно ранней драки, чем Манта Стайл. Дэмэджа больше. Убивать-то не так, может, не убьют, потому что сон поможет, и БКБшек пока никаких нету, чтобы это дело все задефать. И мы видим смоук от команды Сил Света. Да, там внизу была попытка подцепить сейчас Фенрира, но неудачная. Промазала снова айспасом. Ну и вот, возможно, Амы найдут. Да, есть фиссура. Стан от S3C. Ультимейт. Хорошо. Сон пошел. Горит Амы. Горит. Горит. Нет, не догорает. Улетает. Ну вот все. Видим то, что сон решает все проблемы. Все. Ближайшие, правда, пару минут придется не высовываться, потому что подсейва на себя не будет. Но он абсолютно бескровно выбрался. Не повезло бы чуть меньше. И мог погибнуть, но контроля, видим, не хватило. И как итог, он Сон этот успел прожать на лоу хп. Вот один вышку все равно продадут. Т1 продадут довольно легко, да. Спокойно забирать Ньюби, отступают на свою половину. Ну и по итогу неплохая вылазка получилась. Да, фраг сделать не удалось, но тауэр забрали. Уже плюс.
В это время Дровка продолжает фармить. У нее по нетворсу было все не очень хорошо. Она вот уже догоняет практически снайпера. Да до сих пор не очень хорошо, если так посмотреть. Но лучше, чем буквально пару минут назад, потому что там совсем все печально было. Хотя бы уже Драгонлайнс появился уже. Плюс. Ну, знаешь, со временем меньше денег точно не станет. Это однозначно плюс для Дровки. Так что что-нибудь да вынесет себе. Баунти-руны. Баунти-руны появляются. Две забирает Ньюби. Одна пока что достается команде LGD. LGD забирает еще одну. Поровну поделили по итогу. А там уже диффуза практически готова для Наги Сирены. Это будет большая проблема для команды Ньюби. Урона будет достаточно. Так, там Сириус, кстати, выиграли первую карту параллельно на второй трансляции. Ничего себе, ничего себе. Да, можно уже мяч продавать. Да, это они Астер обыграли, то есть получается. Неплохо. Delicious. Не, я к тому, что они не очень внятную игру показывали, хотя вроде бы там опытные ребята, но я рад, что они хоть у кого-то смогли победить. Ну, получается, сейчас Астеры будут играть против РНГ параллельно. Может, уже играют, конечно, не знаю точно. И там результаты тоже крайне важны. У РНГ пока все по очкам неплохо. Они также идут без единого поражения, как и Вичи. И для них посмотрим, станет ли камень преткновения эта команда. Вейкси тут пока забирает просто в легкую Ами в Соленова. Вообще просто без напряжения. Сетка, пару тычек и минус парень. Ну вот, как раз-таки диффуза появились, все, теперь Медуза, господи, Медуза, Нага, Сирена. Я тоже почему-то все время Медуза называю, я думаю, Наги, вот две Наги в игре. Да, они очень похожи, поэтому я хочу, они, по-моему, из одной расы. Ну да, Нага это получеловек, там змеиная какая-то штука внизу. Я Медузу все время хочу так же назвать, не знаю, почему. Ладно, в итоге Нага с диффузами очень опасно. То есть трудно убежать, плюс сетка, плюс много иллюзий, там, ну, действительно, можно фокусить любую цель. Я думала, я одна такая стала. Но нет, теперь мне стало легче. Нет, это нормально. Но вообще по лору Наги — это бывший эльф, насколько я помню, из-за проклятия... Высшие эльфы, точнее, из-за проклятия там древнего бога, по крайней мере, по лору Blizzard, там, они стали... В Dark Souls также было. Там проклятые женщины в Нага превращались. Ну что, тут пока забрали-то один вышку, тоже никто дав тебе не стал. Наверху тут пока Фенрир толкает линию, но, кажется, дело будет попахивать забиранием нижней линии. Внешней вышки последней. Да, скорее всего. Снайпер расстреливает, чили слетает, у него блиндагер имеется. Имеется также лассо, но не стал врываться. Газ на всякий случай там дает еще дровка, а то вдруг кто-то так прыгнет. Ну и в итоге отступает пока что LGD. В это время там в сплит пушил топ у нас Фенрир. Летает обратно в свой лес, продолжает фармить. Что там у него Vessel скоро появится. Неплохое приобретение. Ну, поможет неплохо против Дума, у которого реген на уровне как минимум и даже как максимум, потому что это очень хорошая цель. Нагу тоже прикрыть было бы неплохо таким делом. Ну, в общем, поможет на команду и на себя, и на других, и против всех остальных. А у Омника первым же предметом появляется пайп. И судя по тому, что он фейзы себе взял, брать грифсы он не планирует. Но пайпа здесь однозначно пригодится. И со стороны LGD тоже хотелось бы этот замечательный предмет там увидеть. Там в миде, возможно, будет драка, потому что перетянулись сюда игроки команды LGD. Здесь также полным составом находится Ньюби. Но нет, в итоге до Т1 не дошли у нас Ньюби. Стоят около Рашпита. Продолжает фармить здесь у нас. Дровка, а дровка с Шадоблейдом. Вот так вот. Ага, интересно. Папный вариант. Да. Посмотрим, как это будет играть. Все-таки преимущество по позиции с помощью этого Лотара может сыграть свою роль, потому что урон-то у нее много за счет ультимейта. И хотелось бы еще второй уровень ультимейта, но это уже в идеале. Когда-нибудь он добудет. Там помигали, кстати, в сторону правильно помигали у нас сейчас LGD. Ну, потому что стукнулась там... иллюзия, они должны были понимать. Да, потому что, да, там, по-моему, иллюзия как раз-таки задела команду Ньюби и, собственно, прочитали этот момент LGD. Ну, кстати, вот редко такое бывает, потому что не всегда контролят, смотрят на то, что происходит с этими иллюзиями, хотя вот именно они частенько палят таким образом. Об них стукаются, да, они не палят смог, но зато... понимают, что что-то не так там происходит. И смоук закончился провалом. Наверное, будут теперь пытаться добивать эту вышку, которую Фенрир уже наполовину продамажил. В принципе, с помощью Стрипл Си это должно легко делаться, только вижена нету на половине карты. Вроде как прогулялись, но ничего не поставили, хотя могли бы себе обеспечить пространство для того, чтобы подпушить линию. Экономит пока на вардах.
Да, ну и разница в голде все еще довольно номинальная. То есть 1000 золотых на 20-й минуте, там, ну это крайне мало, там, ну, 1002 колеблется преимущество за командой LGD. Ну, опять же, это за счет того, что Нага довольно много имеет. Ну, маловато снайпера имеет. Да, снайпера мало. У снайпера и правда не очень много артов. Дровка продолжает фармить, у Дровки дальше сразу же будет Аганим. Но учитывая, что нужно с иллюзиями справляться, как-то тут, наверное, самый оптимальный билд — это Мьёльнир Аганим. Да, по-хорошему. Аганим будет появляться. Но его стали больше любить на Дровке, собирать периодически. И он вот в такие моменты становится очень даже в тему. Со стороны снайпера тоже ожидаю, что будет появляться какой-нибудь мунштром Мьёльнир. Много дэмэджа добавляется, с учетом того, что он работает на скорость атаки, в первую очередь там через мом, также статы, которые у него с ловкости идут именно в скорость атаки. И тут, кстати, забирает пока в эксе. Вот, и он тоже может собрать себе Мьёльнир, как это правило бывает после БКБшки, которую он себе уже собирается брать, и должно помочь ему. Дёшево и сердитый, урона много будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот она вам, Нага Сирена. Просто иллюзии запинали Фенрила, Фенрира. Тут у нас, кстати, драка. Ама прожимает ультимейт, не удалось забрать ФВА и делают паут. Да, спас своего ультимейта и ушел безнаказанным. И тот, и другой. Ну, как-то стушевались. Ньюби, я не знаю, я, допустим, вообще не вижу в игре пока что Омника. Он вначале там что-то показывал. Нападение, но Джаджу, скорее всего, не догонят. Дроу Рейнджер тоже пока немного не в игре, с учетом того, что у нее предметов маловато. Опасно ей выходить с таким сетапом. И лишь Рак разве что какие-то тут показывает мувы, но у него вот как раз свеженький Бластон появился. Посмотрим, в какую сторону двинутся заряды. Посмотрим, потому что в последнее время бластоуны оставляют желать лучшего, потому что заряды там исключительно единички двигаются, вот эти, знаешь. Ну, когда как, да. Я видела и хорошие бластоуны, но это дело было в Южной Америке, там свои законы, свое мировоззрение на эти бластоуны. Чудесный регион. Да, Я знаю. Несколько лет подряд работал на нем, особенно на квалификациях. Так, миди. Есть лассо, увозит S-3C, стан и айспас. S-3C живет, пошел Бладстоун, но заряды как пошли мы вниз. Говорили только что, Бладстоун пошел в отрицательную сторону. Погоня продолжается за Эйвеном. Он под думом, сюда прилетел Фенрир, пошли споты, Фенрир подставляется сам. Ну, хедшоты попают. Ох, какой хороший айспас, просто два по цене одного. И надо тоже цеплять Омника, тут не очень хороший флеймбрейк получился, далековато закинул. Подставляется еще и Дровка здесь, но есть подсейф от Эйвена. В итоге выживает Дроу Рейнджер, Эйвен тоже жив. В итоге только два фрага для команды LGD. Но в любом случае, S-3C забрали, это хорошо. Потому что самый богатый в команде сейчас. Да, и Бластоуны тоже надо резать. И это хорошо, потому что мана-реген для него эта штука очень полезная. Но мы видим то, что наконец-то снайпер вырвался вперед и обогнал с Triple C. Не намного, но пока в таверне сидит, может, еще что-нибудь вывезет, успеет. И действительно, видим то, что он даже БКБ вроде как себе должен уже вести, и после этого уже ставит цель собрать Мьёльнир. Молот богов. Молот богов. Да. Хотелось бы его, конечно, увидеть. Но я думаю, увидим. Так, ладно, 23-я минута, что там у Амы уже? Скоро появится Скади, да, я так понимаю? Немножко осталось до этого артефакта. Да, совсем копеечки. В миде. Фенрир подцепили. Айс пас. Infernal Blade. Можно было, на самом деле, по очереди давать, но почему сразу все кастовали? Ну да ладно. Но все равно не забрали. Ну да, забрать в итоге не удалось бы. Ну что, 5000 преимущества так-то LGD капает. Да и продолжает капать. Как бы снайпер уже вторая позиция по нетворсу тоже набирает уже довольно-таки много артов. Скоро Скади появится для Наги, от нее вообще не убежать будет. Там диффуза плюс Скади — это дичайшая комбинация, как по мне. Ну а S-3C теперь выходит воевать против Т1 вышки на миде, которая очень-очень битая. Глиф заканчивается, ясное дело, она мгновенно падает. Ну, беречь глиф, когда дело касается Т1 вышек, не стоит, все равно он обновляется сразу. И тут просто помешать ему немного забрать этот тавр.
Сдержать его еще на несколько секунд подольше. Тут Фенрир, и кажется, если какая-то перетяжка будет в помощь Бетрайдеру, то этого парня-то можно и забрать. А может, Бетрайдер соло справится. Но он пока очень самоуверенно и двигается вперед, ждет, пока не начнет делать ТП. А он и не делает ТП. Он, в принципе, смирился со своей судьбой, откинул ультимейт и погиб с честью. Погиб с честью. Вот в это время было нападение внизу на Амы, но, как обычно, Сон Наги не контрится. Ну как, контрится БКБшками, но БКБшек пока что нет, поэтому законтрить нечем. Просто делает пау и улетает. Я посмотрел, как Дровка дерется с иллюзиями Наги Сирены. Конечно, пока что это печальное зрелище, потому что там очень много ресурсов тратится на то, чтобы просто пробить эти иллюзии. Так. Поэтому Дровки еще фармить и фармить свои артефакты, но правда практически готовы аганим. Так, баунти руны. На баунти руне подловили у нас VX, увезли его, сетка пошла, затолкали также вайспас, но и VX погибает. Поел баунти рун, да. Ну, все-таки забрал, команде помог, она в этом нуждалась, и его смерть, наверное, не самая большая цена за это дело, с учетом того, что его нетворс второй снизу. И Скади появилась, все. Нага, на самом деле, на этом моменте, она становится уже очень боевой, дальше пойдет, скорее всего, как обычно, Тараска-бабочка вот в этом направлении, и будет уже расти количество хитпоинтов и армора в геометрической прогрессии. Но, а нет, кстати, смотри-ка, БКБ я хочу собрать. Ну, пригодится в любом случае, так как отказались от пайпов, я так понимаю, в целом LGD, они будут работать на личный магический резист, иммунитет магии, собирая эти БКБшки. Ну, снайпер до сих пор 10-секундный, хотя собрал уже довольно давно. Это да. Так, аганим тем временем подоспел для Дровки, ну и опять же, как и говорилось, самый оптимальный билд — это аганим плюс Мьёльнир. Дальше будут молнии появляться. Мейлштром сначала. Иллюзии Наги уже вплотную подошли к хайграунду. А мы внизу. На защиту пришел Джаджа. Сеточка успевает уйти в Shadow Blade. Хорошо. Начинает стрелять. Ну, давайте посмотрим, как в этот раз с иллюзиями справится. Но все равно, видите, слишком много времени и сил тратит на эти иллюзии Наги Сирены. Смог. Хотят подраться, я думаю, и после этого забрать Рошана. Если получится кого-то вывести, то можно там и вышечку какой-нибудь Т2 прибрать. И Ньюби пока двигаются так, что зацепить их не получится. Никого, кроме Дроу Рейнджера. А вот самый сочный фраг, который ему нужен. И они разбирают Дровку очень быстро. Ну и в инвиз уйти она просто тут уже не смогла. Вот попутно мне на это могут подцепить сейчас. Набегает сюда Бэтрайдер. Пошел у нас Гвардиан Энджел. Ультимейт залетает, айспас туда же. И просто фокусит сейчас Омнинайт. Омнинайт может погибнуть. Омнинайт. Purification нет, погибает Омнинайт. Попутно забирает еще там Фенрира, как-то накрыло. Да уж. Ну что, в итоге минус 3 от LGD, заберут Т2. Можно на хайграунд идти такими темпами. Пошли. Очередная пачка иллюзий пошла вперед. Эстриплсы пока что не способен здесь все один откушать. Ну, кстати, вот еще одна иллюзия отправляется вниз. Применение Юла, который сейчас нажал Бетрайдера по Омнику, просто снимать ультимейт Омника. Все. И тут это сработало на ура, хотя он в любом случае бы его пережидал катать в этом Юле. И падает эта ревышка. Можно уже отступить, побить Шрайн, в принципе. Дальше уже не воевать, потому что ресница уже скоро. Омник за это время они вряд ли успеют что-то собрать. Но зато они успеют обставиться вардами и уже пытаться выходить на Рошана. Так, ну что, с базы выходит Ньюби. Не так уж и далеко ушли LGD. S-Triple-C начинает фокусить. S-Triple-C очень больно. S-Triple-C может погибнуть. БКБшку прожимает Maybe. S-Triple-C живет за счет Бладстоуна. Его захиливают. Врывается опять Ифай. Опять дает свои раваги. Застанили, задумили Омнинайта. S-Triple-C погибает. Есть лассо. Омнинайта увезли. Омнинайт тоже должен погибать. В это время продолжается погоня за Фенриром. Его тоже не отпустят. Это и Дровку не отпустят. Как раз зашел Ами, сном закрыл и мгновенно убивает. Шейкер выходит на тропу войны. Ну где же ты был, дружище, когда всю команду убивали? Сейчас-то уже поздно. Эх. Такими темпами можно в трон? Да. Да, они идут в трон. ГГ, пишет команда Ньюби. И поражение для них еще
одно становится на самом деле небольшой проблемкой. Конечно, им трудно будет вылететь, если они больше не будут проигрывать. Все-таки они сейчас встретились с одним из фаворитов этой группы, но впереди еще встреча с Вичи должна вообще-то у них быть. Да, и она будет. Она будет как раз следующей Best of 1 серии, но не на нашем канале. У нас будет RNG King Gaming. Да, у нас как-то на первом канале Вичи особо не жалуют. Не попадают они к нам. Что вчера у меня на первой линейке не было. Не везет сегодня на них, да. Так вот поставилось все. Не, они у нас еще сегодня будут. У нас будет на 13-м, 14-м. Ну, я последний. Говорю, да. Вот единственный раз, когда не попало. Потому что до этого их вообще не будет. Только один раз они у нас появятся. А, вру два раза появятся. Все. Все, это я уже. Простите меня. Можете увольнять, если хотите.